важная игра была, конечно, хорошо, что провели ее с наименьшим количеством своих ошибок. Понятно, что не идеально, как хотелось бы некоторым, но как есть. Выиграли очень хорошо, собрано. Где-то Москва позволила побольше забить, где-то сами меньше ошибались. В общем, все прошло как надо. Да, очень хорошая игра получилась. Все довольны, радостные. Но сейчас нужно забыть об этом и готовиться к предстоящей игре с «Локомотивом». Я надеюсь, что финалом у нас будет еще более лучшее физическое состояние, но хотя сейчас мы уже на высокой точке и готовы полноценно. Я бы сказала, что сейчас мы вот на подходе к этой форме. Ну, мне бы хотелось в это верить, что мы еще не прям на самой вершине, поэтому будем смотреть, что будет дальше. Я бы не сказала, что мы прям держимся за количество побед подряд. Ну, мы выходим с максимальным настроем на каждую игру, с убеждением того, что мы должны показать свой максимум. А дадут ли нам это сделать, или насколько сильно будет сопротивляться соперник, это уже другой вопрос. Поэтому каждая игра – это индивидуальный настрой, индивидуальный подход, и уже потом в оконцове подсчеты такие: «О, ничего себе, восьмая игра подряд, ничего». Это так обычно происходит. Команда достаточно хорошая у них, довольно-таки быстрый темп игры. В начале сезона они не могли найти свою игру, сейчас они вошли в ритм, и уже все устаканилось. Я думаю, что будет интересная игра, потому что соперник достойный. У них хорошие нападающие: Брар Каракурт, Ксения Парубец. Я думаю, это такие сильные нападающие. Сейчас они стали более дружные, что ли, ну, назовем это так, более компанейская атмосфера стала на площадке. Они заводят друг друга и подбадривают, поддерживают. Плюс, опять же, по отдельным составляющим команда достаточно неплохая. Это хорошая доигровка и, ну, достаточно сильно уверенные края, опять же. Несколько туров подряд Эбрар у нас идет в лидерах. Она приносит достаточно уверенное количество очков. Очень хорошо они ведут себя на блоке, опять же. Ну, он достаточно большой, как и у нас. Это и Бровкина, и Мина. Ну, будет сложновато. Не скажу, что прям там легко все это обойти, сделать и так далее. Но и мы тоже не школьницы для битья. Факторы для победы над «Локомотивом», я считаю, что это единство, игра без ошибок и чистота своей игры. Это, наверное, собственная уверенность, не обращение на то, кто с той стороны. Нельзя поддаваться авторитетам, что там играют какие-то лидеры там, турецкого чемпионата, другого чемпионата. Мы здесь играем в чемпионате России, нам главное показать, что мы достойны сопротивляться, достойны побеждать и способны делать это правильно, честно и грандиозно. Мы очень ждем, чтобы нас поддержали. Всех приглашаем на игру и ждем вашей поддержки. Мы покажем достойный волейбол.